Сегодня 10 сентября. Осталось месяц нам тут быть, до октября бываем. Ну, приступили копать картошку. Картофель. И вот в это время, 4 часа еще не, есть, нет, пошел дождь. Большой дождь идет. Вплотную уже. Ну вот сумели сюда затащить. Значит, Володя и Виталий. Вот мешки. Насыпали маленькие 3 ведра. Я говорю, надо большие ведра. По 15 литров. Ну, сделали. Ну и остальное скорее-скорее в подвал упустили. Это уже видно, что дождик идет. Я зашел сюда, чтобы не замочить аппаратуру. Тут что-то рядом ветла. Тополь. И с самого утра в коршун сидел. А грачи летают. Высоко-высоко и стремглав падают вниз. Я говорю, ой, какая непогода идет, это в них такое. Они кричат, места не находят. Вот как-то в атмосфере, видать, что-то. И так редко, куда делись, сейчас неизвестно. С утра они тут стаями кружили. Высоко поднимутся, упадут опять. Беспокоится птица. Ну, вот дождик моросить начал. Все, пошел по-настоящему. Привезли тележку. Там он стоит еще. Это Романова дальше усадьба. Там он тележка другая. На одном колесике. Разровняли почву тяпкой, лопатой, чтобы возить. Тяжеловато. Вот, ветер дует, полетели листья. Не знаю, их видать, нет. Срывают. 10 сентября. Но все еще зеленый. Даже тополь зеленый. Это говорит, что осень будет затяжная. Вот, 11 сентября. Сейчас у нас богослужение будет. Мы так торопились, говорим, будем убирать. Одного человека в храм отправим, Надежду Васильевну. Ну, а получилось, вот, пожалуйста, идите все. Ну, поработали хорошо. Матушка как трактор ползает. Колено, там где-то что-то ногу сломала. Сломала. И уже на ногах, уже ползает. Обмотала ногу. Что-то не вижу я их, они должны вот-вот появиться. Видимо, что накопали, хотят убрать. А это вот сараюшки, что саманы называем. Это вот сени очень хорошие. А тут вот электрики. Я не знаю, наверное, Алексей Загуляев это вот провел сюда. Молодец. И вот подключаем. Включать нужно прямо в розетку. И электрический ток идет на озеро. На озеро вот этот столб, потом вон там дальше столб и с поворотом, там где у нас раньше была баня, вправо. Виктор тут лазил по столбам, Савченко, безотказный человек, молодец, сколько он тут сделал. Ну вот сейчас. Тут вот, чтобы никто не попал, видимо, зашито. Нет, это не зашито, а подняты столы. Там в комнатах столы расставлялись. Вот так. Вот такой штырь. Где-то тут щелкнуть. Вот так. Ну, печка, конечно, моя. Это гостиница.
мужская журналисты, когда приезжают, сколько тут? Раз, два, четыре койки. Вполне достаточно. Там койки. Там вдоль окна. Столы. Два стола. Тумбочки. Там большой буфет. Так что можно почитать и помолиться. На Саманном. Из Самана строить пришлось. Вот был подполковник, кажется, милиции, дружинин Геннадий Петрович. Он потом уехал. Эти новейшая вся аппаратура. Так что тут все по закону. Специалисты делали. Вот и помыться есть где. Вода. Вот бульдозеристы всегда тут жили. Иконки. Православная. А вот уж обклеено все, где посмотришь, это обихожено, красиво. Это Наталья Николаевна Приходько, везде она приложила руку. Как огонек горело. Сейчас вот муж у ней в Америке болеет, говорят, там степень какая-то рака. Валерий, все молимся, уж как Бог даст. Услышать, нет, оставить, нет, его жить. Проходит, кажется, мимо основной дождь. Сбрызнул и все на этом. Ну и слава Богу, наша Лешка убила. Специально копать и лопнула вот здесь. Отвалились вилы для копки картофеля там, моркови. Как она так сломалась, Бог его знает.